61 US dollars, implying 27% on site and the seller commendation. The Kiwi main source of revenue, mainly thanks to the booming e-commerce market. Сделаем ассоциации, тоже так вот поиграем, но возьмем немножечко другие условия. Только что мы решали очень практическую задачу. Мы готовили студенческую команду для международного конкурса. Наша цель сегодня была, чтобы студенческая команда из МГУ победила в Милане среди десятков лучших команд студенческих, представили свой инвестиционный отчет. Ну, в принципе, такие курсы нужны для всех людей, которые так или иначе общаются. То есть это могут быть и какие-то публичные выступления, и просто если люди хотят повысить качество своего общения, сделать более открытыми, то это практически для всех. Когда мы начинаем быстро говорить, мы тем самым начинаем разгонять свою скорость воображения. Metro, underground, passengers, commute. Программа этого курса входит развитие речевой, ну, такой вот спонтанности, речевой импровизации. Также мы занимаемся театральными этюдами, то есть игровой импровизацией, где мы проверяем свои навыки уже в ситуациях, в сценках, в каких-то таких историях, которые спонтанно возникают, и нам необходимо быстро и адекватно реагировать на ситуацию, которая на нас буквально нападает со всех сторон. You can make the lemonade and send the salad on the street. Because they are intro-linked, and therefore you can read the individual story on the each page. So, давайте продолжим. С той стороны была, да? Women. No, zebra. Men. Skirt. Типичный недочет для людей, которые глубоко проникли в свою тему и владеют своим материалом, что они не до конца, не слишком качественно могут подать материал своим слушателям. Мы заполняем этот пробел и помогаем им, помимо того, что они мастера, еще и быть убедительными и качественными рассказчиками.